Всем привет, Дубнинская 50B. УМЗ постоянно на связи. Автомобиль у нас, вот данные, это Sorento XM, 12-й год выпуска. 2.2 дизель D4 HB, был заменен турбокомпрессор, была удалена экология, заглушен клапан EGR. В общем-то, чистка впуска, мойка радиаторов, мойка интеркулера. Автомобиль готов, в принципе, греется, готов к выдаче, ждем клиента. А обращение с чем было? Обращение было с... Ну, там предыстория прям очень сложная. Ехал по трассе 140 км в час, был резкий хлопок, пропала мощность. Сзади в зеркало увидел много дыма, остановился, заглушил двигатель. Проверил уровень масла, масло было на минимуме. Долил, пытался запустить, но не смог запустить. И привез на эвакуаторе. Ну, я оставлю сюда сейчас видео, где с трубы вытекает. И там с турбокомпрессором тоже, да, крыльчатка, холодное компрессорное колесо отвалилось. Да и, в общем-то, и полные цилиндры были масла. Выкрутили свечи, прокрутили двигатель, удалили масло с камеры сгорания. Отдиагностировали, сняли поддон, в поддоне чисто, стружки нет, давление масла померили. Также там у нас есть видео с замером давления масла. Да и все, подремонтировали, все. Надо заметить, пушка готова. Что по этому автомобилю автовладельцу очень повезло. Несмотря на какие значительные разрушения, он оделся, можно сказать, легким испугом. Абсолютно. Абсолютно нечего добавить. На данный момент дизельный двигатель 2.2, он условно в кавычках современный. Ну, в принципе, довольно-таки небюджетное мероприятие, что касаемо капремонта. Здесь что вам? Это Sportage. В принципе, ждет выдачи, готов мойка радиаторов, плановое ТО перед отпуском. Здесь диагностика, осмотр ходовой перед дальней поездкой, тоже в отпуск клиент собрался. Здесь у нас i40, ранее он в видео где-то у нас мельком был. Здесь была произведена капитальный ремонт двигателя, капиталка, гильзовка блока цилиндров G4NA двигатель. Приехал по такой, в общем-то, нестандартной причине. Клапан управления фазорегулятором некорректно работал, были ошибки 2.0.14, там фаза распределения. Отдиагностировали, условно, по рекламации приехал, все выполнили, все готово. Тест-драйв поездка ждет. И будет, собственно, выдача тоже автомобиль клиенту. Тусон приехал на эвакуаторе на днях. У нас, в общем-то, парковка, она практически вся прибыла к нам на эвакуаторе. Тусон 1.6, бензин, турбо. Роботизированная коробка передач, закончились передачи четные, осталось, нечетные тоже частично закончились, осталось только первая, едет вперед своим ходом, далее только толкать, либо эвакуировать. Ждем запчасти, клиент сегодня обещал привезти запчасти, посмотрим, что привезет, будем планировать в работу. Это не нуждается, уже абсолютно нечего о них рассказывать, просто покажем. 2 литра бензин, к слову. Масло фильтра ТО готово, ждет клиента выдача. Это 2.2 дизель, в принципе, как ранее мы показывали. Здесь у нас проблема с системой охлаждения. Расходует антифриз. При уровне антифриза, когда он в норме, его выдавливает из бачка, пузырит. Будем снимать ГБЦ, опрессовывать, отдавать нам в токарный цех парням. Опрессовка, если все, с опрессовкой фрезеровка. Это, в принципе, можно сказать, один из крайне надежных двигателей G4 FG 1.6 Крита. Расход масла беспокоил, посторонний шум. Гильзовка, снова блок в токарке, ждем, парни отдадут. Ждем все так же решения владельца по данному аппарату. Это D4 HE. Требуется капремонт двигателя. Автомобиль, уже рассказывали ранее, приехал откуда там с Эмиратов к нам. В общем, долгая история с ним. Seltos, тоже роботизированная коробка сцепления. Ждем запчасти от клиента. Заказал сцепление. Вроде все хорошо, но заказал еще вилки сцепления. Вилки приехали, но не те. Перезаказал, ждем сегодня. 3 июля обещал привезти. Grand Starex в процессе согласования капремонт двигателя. Вот этот крайне, крайне интересный автомобиль вчера нам. Во второй месяц лета, 1 числа, прибыл к нам. Автомобиль у нас впервые, ранее у нас еще не был. Вчера быстро не дефектовали, а диагностировали, наверное, правильнее сказать.
G4 КД, 2 литра бенз. Это уникальный случай, крайне редко бывает. Видите, здесь есть остатки масла. Мы также удивились, откуда оно здесь взялось. Там, если присмотреться, ну это чуть позднее, уже все согласовано, снятие дефектовка двигателя. Там небольшая дырка в блоке цилиндров. Второй либо третий шатун пытается выбраться оттуда любой ценой. Ну или уже выбрался. Наверное, уже выбрался. Соответственно, будем снимать, дефектовать, смотреть, что выжило. И ремонт или пригоден данный двигатель еще. Либо уже требует замены на новый, либо контрактный. Ну, это все будет позднее. Вся информация. Поэтому у нас Дмитрий, механик, будет заниматься этим автомобилем. По этому двигателю он более подробно в процессе разбора, дефектовки вам все расскажет, покажет. С ним вы уже знакомы, он у нас бывал в роликах. Так, по цеху по-быстрому вам покажем и приступим дальше к работе. ТО, диагностика ходовой, ремонт ходовой, там пару замена сайлентблоков, мойка радиаторов, Sportage, ТО тоже плановая. Вот это тоже Дмитрий, мы сейчас, кстати, вам покажем того самого Дмитрия, старый новый работник наш. Тоже АХ-35, тоже приехал у нас. Опа, сегодня. А это что еще за новость? Это шок-контент, да? Порвалась цепь. Какой ужас. Никогда такого не было. Вот опять. А у нас такой первый случай, ни разу такого еще у нас не было. Именно с такими повреждениями. Ну, в принципе, как будто двигатель уже ремонтировался, довольно все чисто. Внутри, что не сказать, снаружи. Контрафакт, паленка попалась. Ну, если она здесь оторвана, то она и внизу оторвана, потому что я бы валом потянула за собой. Ну, да. Чуть-чуть намоталась на коленвал цепь. Угу. Ничего, Дима, будем звонить, согласовывать, и Дмитрий вам в следующем ролике с этим АХ-35, если все согласуется, поподробнее. Чистый снаружи и чистый внутри. Далее. Что вам тут еще рассказать? Здесь у нас ремонт ходовой, замена сайлентблоков, сход-развал. Это двигатель Дмитрий занимался, механик G4 KE. Приехал со стуком, капремонт, замена коленвала, гильзовка блока, замена шатунов. Плановый набор джентльмена. Здесь Михаил занимается ремонтом ходовой части. Да, это уникальный автомобиль, полноприводный Grand Starex. На нем все используется, свои рычаги, своя рулевая рейка, свои амортизаторы. С заднеприводных моделей такого же кузова ничего не подходит, все свое. И, в общем, ну, по работе нет, а вот по запчастям да. Ну, запчасти тоже в наличии есть. Это у нас девушка приехала в капремонт, ставила АХ-35, Константин занимается. Также у нас здесь было по диагностике ходовой пару моментов, что чем еще заняться. Все, согласовали, все делаем, полностью восстанавливаем автомобиль, как двигатель, так и ходовую часть. Здесь у нас автомобиль Sorento D4 HB. Здесь мы меняли цепи не так давно, буквально месяц, чуть более. Автомобиль приехал по рекламации. Запотевала прокладка клапанной крышки. Без проблем, поменяем на новую. Нам как бы несложно. Гарантийные условия, обязательства, все выполняем. Тем более пробега после замены комплекта ГРМ буквально там 2000. Здесь Юрий занимается небольшим ремонтом ходовой части. Амортизаторы, пружины перед зад. Да, в общем-то, и все. Более все показали вам. Спасибо за внимание. Приезжайте. Ремонтироваться, делать ТО. Не стесняйтесь. Все, спасибо, всем пока.